Обычно в начале заседания губернатор дает слово главе Роспотребнадзора, но сегодня пришлось начать самому. Василий Голубев целиком зачитывает сообщение, которое стало распространяться в интернете. С 28 декабря и на 3 недели оно закрывает практически все, что можно, переводя регион в онлайн. Но губернатор об объявляемом им новогоднем локдауне не знал. Распространяемое в сети и мессенджерах сообщение о якобы уже состоявшемся заседании штаба и принятых решениях по введению новых ограничений полностью не соответствует действительности. Никаких документов не подписывалось, решений подобного характера не принималось. Губернатор призвал всех пользоваться только официальными источниками. Ничего не могу сказать, кроме одного. Это чистый фейк, рассчитывающий на то, что люди будут далее раздражаться, соответственно, значит, реагировать на эту ситуацию. Еще раз повторюсь, ничего подобного мы не принимали. И любое наше решение по дополнительным ограничениям может быть только выверенным в соответствии с развитием ситуации. Дальше штаб обсудил начало вакцинации от коронавируса. В регион пришло 1200 доз вакцины, и еще 2500 ожидается до Нового года. Первыми будут прививать медиков, затем подключат работников образования и соцсферы. Эту работу нужно постоянно сопровождать. Естественно, отслеживать состояние здоровья людей. Ну, еще раз говорю, все, кто имеет к этому отношение, полностью должны быть погружены в эту работу в таком каждодневном режиме. Еще одно поручение Минздраву – особый контроль работы системы здравоохранения в новогодние праздники.